Я нафарбовала Вику, но я старалась. Да. Опачки, Кира, я надеюсь, я не упаду отсюда. Но камера, она как-то смотрится вообще по-другому. В жизни она совсем по-другому. Да, круто. Я тебя вижу таблеточку. А что будет? А теперь ванну идем. Так, раз. Я вообще усмотал. В чем смысл? Открой рот. Она не открывалась. Да ну, рожуй. Ты тупая? Рожуй. Она невкусная так. Да ну, тут должна была быть кровь. Иди нафиг. Честно получилось. Ну и ладно. Теперь тут такой бардак. И мне требует красить. Давай, плавай. Короче, это просто удобная подставка. Тебе удобно? Да. Ну, ладно. Мы пошли в форум, а встретили девушку. Сейчас выйдем на улицу, сфоткаемся. Поднимаю. Давай, представляем тебя. Как? Имя? Карина. Карина, сколько тебе лет? Уже скоро будет 13. 13 лет. Да. Красавица. Смотри, ты какая же красавица. Встретились вообще в форе. Да, ты тоже самая красивая вообще. Спасибо. Слушай, можно с тобой обняться номер телефонами? Как я тут живу просто, я хочу к вам в школу даже прийти. Прости, ну это, наверное, нельзя, потому что... У меня как раз новый номер телефона, потому что тот спалили. И я сейчас вообще никому не даю, кроме нее. О, брат, даже моего номера нету. Да, я думала с тобой обниматься, как бы, типа, ну... Один упал. Вообще. Ну, да, у тебя упал. Спасибо. Сейчас. Малая, ты что? Ну, он не ест, он с пола. Бабе. Да дай поесть, он сейчас передумает. На мене. Ча, подожди, я свет включу. На-н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 а. Ой-ой. Подождите. Минута. Еще минута. Подождите. Все, буду все окей. Все, в мене нема губів, ви понимаєте? В мене нема. Пальчик был. У нее губища вот такие вот, а у меня губка. Какая гадная. Нету. Ну, типа, да. Тут бледная, а тут красная. На резинке. А мне вообще губов нема. Да, ну, Витя. Все, блин. Витя, сейчас. Где та помада? Типа помада. Давай. Софак. Все, это супер. Яка а тепер ми можемо взяти карандаш і намалювати мені нові губи. Щось намалюється, потрібно брати красний колір. Отстань! Ща, подождіть. Я хочу собі темні нарисувати. Оце треба брати. Оце помада реально супер. Ти норм, мені перекрашуватися треба. Все добре.
ти норма, як я перекрашусь, як я додому це буду йти. Та нормально, диви, яка гарна. Реально гарна. Тебе з'їли. Ну не весь, подожди, не весь. Сир, ми теж весь уже з'їли. Рада. Ти будеш? Да. Айфоне ра-ра-ра. Бейтс. Тут ты холодильник открыла. Айфоне ра-ра-ра. Ра-ра-ра. Давай. Вот еще холодильник открыт. Ой, ой. Давай. Так уже тебе в холодильник голова не врезалась. То ты можешь запрыгнуть? Да подожди, я убираю. Ладно. Руки бери. Убрал. Айфон. Ты все, мне надо бежать. Леди Вайфаре. На-на-на-на-на. Куколька, куколька, не бачу кукольку. Ой, куколька, куколька. Куколька, куколька. Куколька. Не бачу кукольку, бо вона чорна. Її не бачу. Сути лапку. Кіра, тише. Кура тебе. Капець. Куколька, куколька. Ты курок начался, сразу закончился. Сведена балкончик. Вообще нельзя? Но мне можно. Офигеть, я в окно не вглядывала, наверное, уже очень давно. Тут так пусто. Жесть. Сирена, сирена, сирена. Сейчас телефон как шляпнется, смешно будет. Кстати, смотрите, нос лето там висит. Вот, смотрите. Тут так пусто. Я типа визу вот эту стучку, потому что листьев нету. И поэтому я очень была удивлена. Очень как-то пусто вообще. Серо, вообще некрасиво. Бэ. Ну что такое? Все деревья. Это серый дом. Вот там парк. Вот там поликлиника. После этого дома идет викингдом. И там дом. Дальше Егор дом. А это мой дом. Вот такие мои крутые. Они меня же бесит. Пойду похаваю. Похаваю, похаваю. И селатчик. Чому я снимала? Смотрите на эту просто девочку. Она держится лапами, то есть она стоит, ой, сидит, но голову положила, облокотила типа так, что типа она спит. Этот нормально лежит, там шанточка, а снег на втором этаже. Лапочка, лапочка. Лапочка, лапочка, ты куда Теру пихаешь? Лапочка, лапочка, лапочка. Та-та-та, Сайка отдыхает, все сняла. Ты со, так маме иди. Сайка отдыхает, все сняла, Фейка, да.
Кайф. Да бежит, задрал, скажи. Ловись. Масечка. Васюня. Уйди. Масюнечка. Со ты, не тебя глазу. Уходи тоже. В угол забился, да? Козявка малая. И ты козявка малая. Да, вот так вот. Удобно. А теперь кто-то мне поможет? Так. Давай. А как? А ты ноги сюда высунь. Тогда вот так вот. Моя Вика скинула. Карма! Ну, дякую. А где тут кашка была? Ну, я пробила. И я сижу така, хочу скинути Віку, знаєш ти. Ну, ми скинули тебе. А в мене Віка скинула. Ну, ладно. Все, закінчує. Все, пока. Машинка. Давай. У нас машина є. Реально, машина на нас їде трошки. Ну і ладно. Все, пока. Доброе утро. У мене ось такі от волосы. Сейчас я с этим что-то буду делать. Сначала мне надо выбрать, что одеть. Я думаю... Вот это розовое хути пусть будет. И... Вот эти вот спортивные штаны. Или нет? Или не подойдет? Да пофиг, бомж стайл будет. Ой, как достать? У меня тут бардак. Ну да ладно. Сейчас, если у меня высохли штаны, то я одену их. Вряд ли высохли. Я проверю. О боже, что за погодка. Жесть. Они не высохли. Поэтому будем идти в спортивках или в штанах. Боже, что у меня с камерой сейчас протру. А можно одеть вот эти вот спортивки, можно одеть джинсы теплые. Они там типа с мехом. Я думаю, одену я их, потому что в спортивках, боюсь, будет холодно. Вот прям очень холодно на улице сейчас. Я не знаю, какой у меня хвост получился. Он с лаком, поэтому я не знаю. Сейчас буду смотреть, если получился ужасный, придется мыть голову. Другого варианта нету, потому что это лак. Я не продумала, и все, пипец. Сейчас подумаю, куда камеру можно поставить. Опа. Вот так, вот, вот так, вот, вот так, вот, вот так. И сейчас посмотрю запись, какой хвост получился. Блин, тут такая штука торчит. Где-то вот тут вот торчит, некрасивая вообще. Ну, видишь, торчит? Это вот. Да. Не сильно, это не страшно. Да. Ладно. Так. Я нафарбовалась. Ну, почти. Мне осталось только брови. Не могу, блин, без бровей. Я собрана. У меня вот тут кудряшки уже ушли. Не знаю, пофиг.
Я делаю сережки. Тут вот такие вот, а тут вот такие вот. А делаю колечко и выхожу. Тревога. А у меня нет урока последнего зарубежного, и я ее просто ненавижу. Так, сегодня мы снимаем влог, как бежим по эскалатору. Маньяк, там маньяк бежит. Там маньяки. Мы прячемся, нас никто не бачит. Вона мене не бачить, бачите? Підписчиці, підписчики. Так, тихо, тихо. Так, сюди, побіжали, побіжали, підписчики, побіжали. Знаєте що? Моя мама чокнулася. А як ти думаєш, ти фільми смотриш? Просто так, безплатно, що? Вона купила фільм за 70 гривень. Выключи, пожалуйста, себе. Моя мама ненормальна. Я хочу кино посмотреть. Я б не знаю, що не купила. Фільм! За 100, блін, рубасів. Почти. Зараз розкажу. Вона ненормальна. Ненормальна. Зараз розкажу. Чокнулась. І це закриті окна. И на балконе, и на кухне. Окна закрыты. Доброе утро. Я только заспала. Короче, сирена, потом мой телефон гудит, потом мамин телефон гудит, а потом Добби еще такой под сирену. Ау! Типа сирена боится. Доброе утро.